إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير ما جزى به نبي عن أمته وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع له بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء دين خيسر دولشان اختر غيتشون هربورز سلام مارشال دوشو جيوت أقصى هومي مخوي متر أردن غشيشون Харюар орден яйцякнул. Горжусь этим орденом. Здесь изображен голубь. Голубь, любимая птица пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, с веточкой мира в клювике. И написано здесь, делающему добро, честь и слава. Поэтому я и говорю, что честь и слава, это то, что сопровождало чеченский народ и мусульман истинных во все времена их существования в человеческой истории. Честь и слава мусульманам, честь и слава чеченскому народу было объявлено в церкви этим архиепископом Варлаамом, который, кстати, когда мы с вами собирали митинг против карикатур на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, именно этот владыка Варлаам стоял рядом с нами, выражая протест против мерзавцев из Шарли Эбдо и их сторонников. И когда меня попросили приехать и от имени мусульман и чеченского народа выступить в защиту традиционных семей, традиционных ценностей, традиционных ориентаций, в конце концов, я выступил, и вы все это мое выступление слышали о пробуждении русского народа, о народосбережении, о том, что нам эти их нетрадиционные ценности, в кавычках, что мы от них далеки. Я это высказал. И я высказал боль и надежды каждого из мусульман России, каждого из кавказцев, истинных кавказцев, для которых такие ценности, я не буду даже называть, какие, они неприемлемы. Во-первых, эти ценности. Во-вторых, ценности в кавычках. Во-вторых, для нас неприемлемо, чтобы какая-нибудь общественная организация, которую возглавляет и в которую входит непонятно кто, отнимал наших детей из наших семей из-за того, что мы не то, что там их побили там, или в угол поставили, просто за то, что сделали замечание по этому варварскому, дьявольскому, сатанинскому закону, хотят нам здесь, в России, это вести. Я пошел и выразил нашу позицию. И, видимо, сделал это настолько резонансно, что патриарх московский всея Руси решил наградить меня и за такое мнение весь наш кавказский, чеченский, если хотите, народ, нас, мусульман, за такую позицию. Вот он, этот орден, повторяю. Честь и слава. Честь и слава мусульманам России. Честь и слава Кавказу, который так монолитно и мощно держит свои позиции в России. Поэтому мне стыдиться не за что. Если ради Всевышнего, ради Кавказа, ради моего чеченского народа надо будет идти хоть на Голгофу, валлахи, биллахи, таллахи, я на нее пойду, иншаллах. Пусть Аллах даст мне силы. Пусть Аллах даст мне силы. Самой страшной бедой любого народа и нашей с вами умы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, была, есть и остается человеческая примитивная глупость. Мракобесие. Вот именно это мракобесие и отбросило нас на задворки цивилизации, нас, исламский мир, который до сих пор не может прийти к единству. Наша собственная глупость и мракобесие. Пусть Аллах убережет нас от этого страшного мракобесия. Пусть Аллах убережет нас от неправильных, непродуманных решений. И от мерзавцев, которые, вырезая из контекста, вот это одно слово вырезали, аксиос, было песнопение, когда мне вручали этот орден. Так вот, аксиос, это означает достоин. Значит, к
каждый кавказец, каждый мусульманин, который трепетно относится к своей религии и к своей семье, достоин награды, где особенно золотыми буквами написаны эти два слова. Честь и слава. Честь и слава исламу. Честь и слава уме пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. Честь и слава Кавказу. Честь и слава чеченскому народу. Честь и слава России. Вассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Ахмад сила, Аллаху акбар.